Всем большой привет! Сегодня у нас видео посвящено нашей ранней поездке в деревню. Поездка эта получилась очень спонтанной, неожиданной. Мы участвовали в конкурсе видеороликов. Кому интересно видео о том, как нас награждали, и вообще о самом конкурсе, оно уже вышло, можете его посмотреть. И награждение проходило в Варнавино, в Краеведческом музее. Мы ни секунды не думая, конечно же, решили, что мы едем. Ну и решили также, что мы обязательно заедем к себе в деревню. Посмотрим на то, как наш домик без нас перезимовал, и сделаем некоторые дела, которые вот хотелось бы сделать до начала сезона. Поехали мы втроем, я, Артем и папа. Это, наверное, троица, которая всех больше хотела уже наконец-то рвануть в деревню. И вот как мы съездили. Ну что, вот мы и приехали, добрались, ура-ура. Папа пошел проверять, дорогу проедем мы или нет. Никто тут не ездит. Она уже, конечно, растаяла, но вся сырая, грязная. Здесь-то нормально, проедешь, а вот там дальше у нас дальше плохие места. Привет! Ты доволен, что приехал? Нормально добрался, да? Да. Неожиданно приехали сюда. Да. Не собирались и приехали, да? Да. Здорово. На улице теплынь. 10 градусов почти. Ну, на солнышке очень тепло. Сейчас посмотрим. Ну, если что, оставим машину здесь, будем. Пойдем отсюда пешком до дома. Но у нас, конечно, там... Есть вещи, которые мы привезли сюда, чтобы меньше везти на майские. Ну, придется таскать отсюда. Ничего страшного. Погуляем. Ну, вот он наш красавчик, дождался нас. Смотрите, сколько снега. По сравнению, смотрите, сколько снега навалило. Ну, это, конечно, с крыши вот все попадало, тут осталось чуть-чуть. Ну, так нехило. Как мы пройдем туда, за дом, в теплицу, я даже не представляю. А нам хотелось бы, раз уж мы приехали, хотелось бы снега в теплицу накидать, потому что... Талая вода для теплицы, ну, для земли, точнее, да, она очень полезна. Чтобы увлажнить землю, надо накидать снега туда. В прошлом году кидали, ну, и в этом надо. В общем, не знаю сейчас, как мы будем туда пробираться. Папа вот быстренько разгреб тропку. Сейчас, наверное, пойдем перекусим и будем заниматься тем, чтобы пробраться нам к теплице. Мама. Колодец. Никаких следов нет. Никто к нам не приходил. Ни животные, ни люди. Самое главное, что люди не приходили.
Животные-то ладно, пусть ходят. Ну что? Что ты ноешь? Сапог полный этой? Снега? Да. Ну, сейчас будем вытаскивать. Ну что, вот там мы оставили у соседки машину, потому что, сами видите, проехать здесь уже нереально. Таскаем вещи потихоньку. И, ну, в основном папа, конечно, потому что Тёмке надо обязательно со мной идти, а он здесь проваливается. Ну, это, в общем, таскает папа, мы там с Тёмкой на хозяйстве немножко прибрались после зимы, чтобы поесть, да, чтобы хоть что-то перекусить. Смотрите, сколько снега. Класс. Мы раньше ездили в деревню, и я очень извиняюсь сразу за тяжелое дыхание, но просто идти здесь вообще нереально. Очень тяжело. Ой, потому что ты идешь и постоянно проваливаешься. А, раньше ездили, приезжали сюда зимой на протяжении скольки, 5, по-моему, лет. А, на Новый год отмечали здесь новогодние праздники. Ну, потом перестали. И раньше было прикольно, так интересно здесь. Но дорогу чистили, ну, мы просили, чтобы дорогу чистили до дома. Вот сейчас, поскольку мы не ездим, нам ее и не чистят. Тут у нас наши охотники гоняют в лес. Тёмка спрашивала, пойдем ли мы в лес. Да, конечно, тут до дома ты не доберешься. А ему еще в лес. Подавай. Ну, в общем, у нас такая сегодня хорошая кардионагрузка. Наш домик. Пока его еще видно из-за отсутствия зелени. А как зелень на березках появится, так и домик спрячется. Сейчас все в снегу. Нам как бы на майские-то планируем приехать сюда уже на открытие сезона. Хотелось бы, чтобы он растаял. Но, если честно, снег очень рыхлый и печет очень хорошо. Прям на улице очень тепло. На градуснике 8 градусов, но нифига не 8, гораздо теплее. Фух, спрыгиваем. А на солнышке все гораздо быстрее сейчас растает. Ну, как течет с крыши. Не видно вам, наверное. Что делаете, Артём Георгиевич? Кушаешь? А что так недовольна? С такой грустью и печалью. А? Нет интернета. А я думала, ты из-за зуба. У тебя что, зуб, говорят, качается, да? Да не один. Ну, пора бы уже. Больно есть? Ничего страшного. Скоро вывалится. Будешь нормально кушать. В общем, что мы тут сейчас попьем? Чаю с бутербродами, перекусим. Ничего, конечно, не включать, не готовить не будем, потому что мы зад-назад. Прожил я слегка путь, а тут он можно пройти, если аккуратно идти. Я думаю, как-нибудь проберемся. Но если что, дальше будем копать. Время пока есть. Кто-то прям с бутербродом ходит, гуляет. Ну ты куда полез-то? Я за тобой не полезу туда, Артём. Давай назад. Аккуратно. Ты не психуй, а тихонечко иди. Аккуратно ступай просто и все. Давай. Маникюр. Давай, спасаю. Ой! И я провалилась. Блин, походу не дойдем. Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет, это называется. В общем, мы шли, идем.
по солнышку, где больше. Где меньше снега, меньше слоя. Сейчас будем в обход обходить дом и пробираться к нашей теплице. Вот сейчас топчемся тут и вспоминаем, что в прошлом году мы же приезжали сюда, когда была самоизоляция объявлена президентом. И вот вспоминаем, что уже мы в то время, точнее уже в это время, год назад, мы собрали все листья даже, сгребли. А в этом году вот пройти не можем. Сколько в этом году снега. Дед у нас почти уже дошел. А мы еще тащимся. Тут даже с котлетой. То с бутербродом, то с котлетой. Растущий организм, да, Георгич? В общем, вот так вот мы идем. А я тут проваливаешься. Нормально. Тут обычно у нас грядочки. Чеснок. О, нет, мох-то у нас еще жив, который мы накладывали. О, вы не представляете, как здесь жарко. Ну вот как летом. Теплица дело хорошее все-таки. Подпорки, которые папа делал, укрепляющие, чтобы она не рухнула зимой. Выстояла, хоть и было очень много снега. Но у нас и знакомый приезжал, скидывал с крыши снег, когда его было очень много. Вот так что тепличка все равно выстояла. Да, тут накидаешь сейчас. Мы в прошлом году вчетвером кидали. Да. А у нас только одна лопата? Ну я не стал. В общем, вот папа тут убрал несколько своих укреплений и почти уже закидал всю теплицу снегом. Так что не зря приехали. Ну вот, сделали все дела. Уезжаем. Очень не хочется. И нам не хочется, и Тёмыч ноет. Не хочет уезжать, но надо. Но я надеюсь, совсем скоро мы с нашим домиком увидимся снова.